Госзнак предложил подумать над будущей мировой финансовой системой, то есть цифровыми валютами. И разработать, кстати, если вдруг вы еще пока не скачали приложение Финополиса, сделайте это обязательно, потому что там можно зарабатывать цифровые рубли. Ну, вдруг, если не знали, сделайте это. Итак, разработать концепт платформы для эмиссии и обращения стейблкоинов, стоимость которых привязана к стоимости драгоценных металлов. Задача — создать маркетплейс, чей функционал схож с работой торговых площадок по продаже, обмену или покупке NFT. В прототипе должен присутствовать базовый функционал, включая главную страницу с возможностью эмиссии стейблкоина, личный кошелек пользователя и витрину товаров и услуг с ранжированием по рейтингу. Вау. Одним из важных критериев успеха была возможность внедрить и запустить платформу в обращении в течение года. Как вы думаете, вам удалось? Ну, мы попытались. Да, надо было сказать «да». А ладно, вы поаплодируйте, потому что она сейчас скажет «да». Поехали, поехали. Команда «Вахта». Да, всем привет, меня зовут Алена, я представляю команду «Вахта». И сегодня мы расскажем, как мы пытались сделать стейблкоин в России. Когда в стране происходит кризис, что делают люди? Люди пытаются сохранить свой капитал. И обычно они идут и покупают драгоценные металлы, в основном золото. После событий этого года мы все поняли, что даже биржевые рынки для нас не служат каким-то подспорьем для сохранения нашего капитала. И что сделали люди? Они опять пошли покупать валюту. И вот эта валюта хранится у них на их драгоценных счетах, либо они покупают какие-то слитки, граммовки, держат у себя дома. Но параллельно с этим цифровизация растет. И не всем людям хочется, чтобы их слитки лежали просто так где-то. И тогда на помощь приходим мы, и мы можем сказать: люди, вы теперь можете сохранить свои деньги не просто в физических каких-то активах. Посмотрите, идет цифровизация, и мы можем рассказать вам про стейблкоин. Прежде чем начать делать стейблкоин в России, мы проанализировали существующие решения. Есть такая стратегия, называется стратегия Голубого океана. И одно из направлений — это копирование моделей, которые уже существуют. Поэтому мы рассмотрели Японию, Швейцарию и США, где уже реализованы данные модели. Мы увидели закономерности, что локализация всегда централизованная, а Госзнак, кстати, прекрасно подходит, потому что у них великолепные хранилища. Базовая технология у них эфириум, то есть это просто обычные токены. И если судить по граммовкам или по каким-то унциям, то это всегда в основном для простоты идет один к одному, что, в принципе, мы принесли на российскую модель. Наше решение представляет собой веб-платформу для оборота и эмиссии стейблкоинов из драгоценных металлов. Драгоценные металлы самые популярные — золото, серебро, платина, палладий. И люди, которые держат такие счета с драгоценными металлами, они привыкли к определенным шифровкам, которые вы можете вот увидеть здесь — Aurum, Argentum, платина, палладий. Мы взяли те же самые наименования и просто подписали «C». Типа коин. Вот. Но зачем вообще людям идти к нам на платформу? Должны же быть какие-то плюшки. Поэтому у нас за стейблкоин можно покупать NFT-шки, достаточно популярное направление, которое сейчас есть, а также товары из-за рубежа, которые сейчас к нам не приходят. Посмотрим же на наше решение, оно такое здесь достаточно верхнеуровневое. Как фреймворк для фронтенда мы выбрали Vue, достаточно хороший. Как для бэкенда мы выбрали Fast API, потому что он достаточно быстрый, что немаловажно, кстати, в таких коинах цифровых, потому что если вы используете блокчейн, то там бывают различные задержки, что является, кстати, риском. И мы выбрали MetaMask, потому что он может работать хорошо с NFT и маркетплейсами. Давайте посмотрим на скринкаст. Это то, что мы успели сегодня за ночь синтегрировать. Интересно, он включится? О, действительно, включается, смотрите. Вот мы можем посмотреть свои валютные, свои счета с драгоценными металлами и, в принципе, приобрести их на нашей платформе. Даже цвета меняются у металла. Вот. Но это еще не все, потому что за ночь мы мало что могли, конечно, сделать, и поэтому мы сделали прототип, который я сейчас вам покажу. Вот так, в принципе, выглядит наша веб-платформа. Вы можете посмотреть свои счета, а также счет добавить. Ну, мало ли, может быть, у вас там в Тинькофф или в Сбербанке находится какой-то счет. Вы можете его синтегрировать. Интегрируется по единому государственному ключу, ну, может быть, знаете, госуслуги. В принципе, любого человека можно идентифицировать. А чтобы было удобно, если, допустим, у вас слиток лежит дома, вы можете подать заявку и прийти в банк сдать.
потом банк вам начислит наш стейблкоин. Также можете посмотреть, как вот работает marketplace с NFT. А что, он не работает? Видео не идет? Или оно уже пришло? Ну, в общем, там было показано, как покупать. Покупать за стейблкоин. Также мы посмотрели, какую комиссию мы, в принципе, можем брать, проанализировали Binance, другие платформы, и решили, что для российского пользователя лучше сделать комиссию 0,3% на вывод. Вот. Это чуть-чуть ниже того, что сейчас присутствует. Ну, надо же как-то пользователей завлекать. Они должны обратить на нас внимание. Какие вообще существуют риски? Это высокая волатильность и рост комиссии с транзакций. Ну, потому что это просто коин такой цифровой. Как мы можем вообще это решить? Это участие в организации гранта стресс-тестах, предоставление гарантий о наличии ликвидного портфеля активов для управления погашением. И еще есть риск — это взлом приватных ключей, который тоже немаловажен для цифровой валюты. Здесь мы это обходим многофакторным доступом к кошельку. Какие есть вообще перспективы развития? Первое — это можно сделать коины из различных миксов металлов. И здесь это будет аналог индексов на бирже, чтобы можно было диверсифицировать. Допустим, палладий просел, золото поднялось, а ваш коин, он сохранил свое значение. Также мы можем добавить возможность конвертации стейблкоинов в металл. Это существует у Японии и Швейцарии, и это достаточно популярное направление. А также мы можем просто расширять наши предложения на маркетплейсе, допустим, синтегрироваться с AliExpress и там покупать за наши стейблкоины. Большое спасибо, команда Вахта. Ребят, правильно делали, что поднимаетесь тоже на сцену. Все должны видеть полностью всю команду, уважаемые судьи. Надеемся, что у вас есть вопросы. Если вопросов нет, то мы с удовольствием команду отпустили. Ну, Артем, вы по традиции. Да, коллеги, спасибо за рассказ. Можно, опять же, запрос, чуть-чуть подробнее рассказать про архитектуру решения и про то, вот, что именно вы сделали. То есть Ethereum блокчейн вы вряд ли там свой поднимали, да? Вы, скорее всего, уже присоединились к имеющимся. Вот, фронтенды видели, да? А вот именно, что касается эмиссии, запуск нового смарт-контракта, добавление нового металла или, может быть, добавление пользователя. То есть именно суть того, что есть ваш продукт. Можно поподробнее рассказать архитектурно? Давайте я расскажу. Хотят отвечать. Так, что сделали именно мы? Ну, по факту мы просто синтегрировались с Маском. Вот. Это еще не реализовано, но это будет реализовываться, если у нас будет времени немножко побольше. Добавление нового пользователя есть, валютного счета есть. По факту это просто у нас связь с БД. Вот. Если, что касается уникального знака, мы это не добавили, но это может также сделать аутентификацию, допустим, через госуслуги. Знак подключится. Вот. Или что-то еще подробнее рассказать? Достаточно. Спасибо. Алена, вы молодец больше. Спасибо. Всю команду. Взяла вот так справа и слева и несет все за собой. Молодец. Пожалуйста, Владимир. Добрый день. Алена, подскажите, пожалуйста, мы посмотрели презентацию, у нас еще есть приложенные файлы, как результат работы. К сожалению, у нас здесь ссылка только на Фижму. Это виртуальный прототип программы? То есть вы отрисовали его только Фижмы или есть готовое решение, которое уже содержит код технический? У нас есть, да, MVP, который находится на GitHub. Это вот первый скринкаст, который я показывала. Это то, что мы собрали за ночь. А то, что находится в Фигме, это прототип уже, который можно будет выпустить, если будет времени побольше. Но MVP имеется, вот он был как раз на первом видео, на GitHub лежит. А вы предоставляли ссылку на GitHub? Предоставляли же? Да. А ссылка, может, не нужна? Вот для чего парни вышли. А хотите, скинем без YouTube? Нет, но она у нас есть. Всем привет. Меня зовут Григорий, команда Курочка и Ко. И теперь про нашу реализацию платформы стейблкоинов. В текущих условиях существуют проблемы, в какие инструменты инвестировать, чтобы спасти свои деньги от инфляции и чего-нибудь еще. Сравнивая разные инструменты, я, несомненно, предпочитаю физические металлы. Физические металлы не могут обесцениться, потому что они не зависят от благополучия какой-либо компании, они никому ничего не обязаны. Поэтому это прекрасный инструмент. Но у них есть минус. Физические металлы можно приобрести только физически. И это не очень удобно. И мы своим продуктом решаем именно эту проблему. Следующий слайд.
мы запускаем свои стейблкоины, обеспеченные физическим золотом. То есть с чего мы начинаем? Мы начинаем именно с того, что закупаем физическое золото, оборудуем хранилище и складываем туда золото, предварительно его, предварительно присвоив каждому слитку серийный номер. И каждый наш токен будет привязан к конкретному слитку, соответственно, и наоборот. По каждому слитку можно будет определить токен. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы решили использовать централизованный сервис обмена, а не децентрализованный. На самом деле для этого большое количество причин. Но основная — это, конечно же, это просто удобнее. Пользователю не приходится знакомиться со всякими там криптокошельками, к которым он не привык. Мы имеем внутри кастодиальное хранилище и систему сверок и учетов балансов. Следующий слайд. Теперь немного о нашей финансовой модели. Что-что, а мы пришли помогать гражданам покупать золото и зарабатывать деньги. Так как у нас на балансе хранится золото, это не очень хорошо. Мы начинаем зависеть от их цены. Нам нужен хедж. Для этого мы пока что выбрали просто дальний фьюч. Продаем дальний фьюч на объем золота. И таким образом становимся дельта-нейтральными. При этом мы получаем деньги с комиссией. И так выходит, что мы получаем по нашим детальным и очень точным расчетам очень много денег с комиссией. Настолько много, что мы можем предложить пользователям не платить деньги за хранение, в отличие от всех, собственно, наших конкурентов. Это делает нас на рынке, в принципе, уникальным предложением. Но для того, чтобы это было осуществимо в рамках госзнака, нам необходима сущность новая. Это банк. Какой-то банк-партнер, неведомый госзнак-банк, можно и купить банк самим. Банк-партнер нам нужен для того, чтобы хранить золото и выполнять финансовые операции. Теперь немного о нашем стеке. Он довольно обширный. Не буду сейчас заострять внимание на каждом. Можно потом будет меня детально расспросить про что угодно. Также сейчас вы видите на экране демонстрацию нашего приложения. И я попрошу коллег выдать жюри телефоны с демоверсией. Не сегодня. Итак, мы запускаем прекрасный продукт. Нет, вы должны знать, что один дали. Один, да, уже вот предоставили прямо сейчас. Можно продолжать? Я не увидел. Прекрасно. Ничего страшного. Итак, помимо того, что мы делаем уникальный продукт, на базе его мы можем его интересным образом развивать. Мы запускаем сразу три стейблкоина, обеспеченных драгоценными металлами. Помимо, понятное дело, золота, также палладий и серебро. В обращении они одинаковы. Также для тех, кто имеет, например, обезличенные металлические счета в разных банках, мы предложим, постараемся запустить и предложить услугу переноса своего золота к нам без бумажной волокиты. И помимо этого, довольно очевидная идея, мы запускаем алгоритмический стейблкоин, госзнак Smart Basket Token, с индивидуальным дизайном, разработанным именно нами. Он будет внутри себя содержать в равной мере все остальные токены. И внутри также он будет себя содержать алгоритм, позволяющий перераспределять каждый день в зависимости от изменения цены эти токены. И также у нашего пользователя будет возможность обменять этот токен на другие стейблкоины, которые внутри него содержатся. До того, как вы посмотрите на нас, я бы хотел еще упомянуть о том, что мы запускаемся на эфире. Это замечательный блокчейн, который очень себя хорошо показывает. Он очень стойкий, пережил многое. Также он имеет большое количество форков, что позволяет классно масштабироваться, и интересных модернизаций. Например, MasterChain, всем известный блокчейн, аккредитованный Центральным банком. И у нас имеется совместимость с ним с момента, когда мы запустимся.
Команда «Курочки и Ко». Спасибо за поддержку, ребята. Все правильно, все правильно. Другие участники команды присоединятся. Вот так, пожалуйста. Я, насколько знаю, смотрите, осталось еще три участника жюри, которые пока не посмотрели приложение на телефоне. Мы немножко их подождем. Может быть, те, кто уже посмотрели, у вас есть вопросы. Как вы их убедили? Особенно после шутки про «Не сегодня». Очень круто было. Очень круто было. Это было максимально мощно. Давайте, давайте, давайте поддержим. Круто, 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 круто было. Это называется «Не сдаваться». Артем, вы хотите спросить? Пожалуйста, девушки. Коллеги, спасибо за доклад. Да, шутки очень зашли. А вопрос у меня ровно тот же самый, наверное, что и к большинству команд. Вот вы говорили про токенизацию, про то, что этот токен будет соответствовать определенному там слитку золота с определенной массой, что это будет эфирная история. Вопрос, а вот в рамках хакатона, что вы успели для этого сделать? Запустить смарт, каким-то образом продумать, как он будет генерить уникальные значения для того, чтобы можно было их наносить на слитки и так далее. Вот поподробнее про то, что сделали, можно? Да, если еще можно на всякий случай вернуть на слайд, где у нас инфраструктура, это он там в самом начале, там много квадратиков внешне выглядит. Мы не успели, конечно же, дописать смарт-контракты. Мы даже успели поднять ганаш, там, ну, поднять эфир свой, но все-таки доделать не успели, именно дописать. Соответственно, ну и мы продумали всю концепцию. Продумали supply-контроллер, ну, то есть... как бы нанеся серийные номера на золото, мы заносим в хранилище смарт-контрактов, соответственно, серийные номера. Ну и потом алгоритмически это все работает. Но дописать это в рамках хакатона, конечно, нереально. Вот. Но продумать мы успели, ну вот, все вот это. Это не из головы, это рабочая концепция. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Пожалуйста, Евгений. Дорогие коллеги, а если, не дай бог... Закончится время. Один слиток золота куда-то денется. Что случится с вашими токенами, поищите, которые к нему привязаны? Также у нас заложен всегда insurance фонд. У нас есть, ну, мы не все золото, которое у нас есть в хранилище, не на все золото имитируем токены. Если пропал слиток золота, мы переаллоцировали на другой. Как вы это детектируете, что он пропал? Ну, мы не просто так за хранилище платим деньги. Спасибо. Максимально убедительно. Дорогие друзья, в следующее воскресенье на телеканале вам известном стендап от Григория. Ваши аплодисменты. Одну секунду. Можно еще на архитектуру решения? Коллеги, почему именно React Native? Почему React Native? Да? Да-да-да. И что было еще применено? Кроссплатформенно, быстро, очень удобно. Мы же делаем MVP. У нас нет оценки от DIT. Опять же, удалось ли вам применить все технологии, которые здесь описаны, развернуть докер, все остальное? А какие технологии? Еще раз. Все, кроме только криптостека, потому что, ну, я говорю, мы не успели дописать контракт и все поднять. А, Web3 замок. Ну, все обращение от бэкэнда нашего централизованно в сам блокчейн, он замоком. Спасибо. Чтобы вы понимали, не хватило буквально 3 минут. Всем привет, меня зовут Андрей, я представляю команду одним кейсом. Мы делали кейс от госзнака, реализация платформы стейблкоинов для обмена металлических счетов клиентов банка. В этом году россияне столкнулись с отключением России от SWIFT и введением ограничений на операции с валютой. Из-за этого доллар и евро в виде защитных активов потеряли свою актуальность, и в этой ситуации хорошим решением будет создать стейблкоин, обеспеченный драгметаллами. Очевидным плюсом здесь является то, что покупать эти активы можно удаленно за рубли, и также можно с ними работать за границей. Несколько пунктов, которые нас убедили выбрать именно это решение. Спрос на ЦФА в России растет. С недавнего времени был отменен НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. И также ОМС открывают все чаще в последнее время. Некоторые пункты, которые нам обрисовали границы нашего решения, в соответствии с российским законодательством ЦФА не могут выступать законным средством платежа, но закон о краудфандинге позволяет создать и распространять NFT, например, OFC с правом на передачу слитка драгметалла.
При разработке нашей инициативы было предложено 4 сценария взаимодействия клиента с маркетплейсом. О двух из них я сейчас подробно расскажу. Первый из них — это когда человек приходит к нам с фиатом, то есть с рублями в данном случае, и хочет получить нашу ЦФА. Соответственно, мы по его фиату выпускаем какой-то актив в виде драгметалла, и затем по смарт-контракту уже выпускаем непосредственно наш ЦФА. Вот. И второй основной сценарий — это когда клиент приходит к нам с уже своим драгметаллом. Вот, мы помещаем драгметалл в хранилище, благо у госзнака такая возможность имеется. И по, опять же, смарт-контракту выпускаем ЦФА, который будет это все обеспечивать. Таким образом, наша бизнес-модель — это Marketplace. Архитектуру вы сейчас видите на экране. Мы выбрали для нашей реализации блокчейн-сеть TRC-20 из-за того, что в монете Tron практически самая низкая комиссия и довольно низкая волатильность, например, по сравнению с Solana. Вот. Из кошельков мы выбрали SafePol из-за того, что он open-source, то есть это при масштабировании можно настраивать очень широко, а сейчас, когда нам многие широкие сервисы не нужны, мы можем на MVP ограничиться очень компактным решением. Соответственно, наши MVP вы сейчас видите на ваших экранах. Здесь предусмотрена авторизация. Здесь предусмотрена регистрация нового пользователя. Когда мы регистрируемся, мы сразу же получаем наш криптокошелек на нашей платформе. И здесь вы видите личный кабинет пользователя, в котором мы можем пополнить наш баланс ЦФА с помощью рублей, с помощью фиата. Вот, с некоторой комиссией, про комиссию еще позже расскажу. Затем, соответственно, золото, золотые монеты, которые имитирует и может продавать госзнак, мы можем менять на ЦФА, и обратная конвертация также в нашем MVP присутствует. Почему так важна комиссия? Потому что наше изначальное решение было построено вокруг как раз определения комиссии, которую мы хотим брать за вход и выход из активов с помощью наших ЦФА. Здесь мы можем видеть реализацию функционала, дорожную карту нашей реализации. То есть мы имеем некое MVP. Дальше, если MVP успешно проходит тестирование, мы переходим пилоту, который через 6 месяцев будет полностью готов и разработан. Вот. И затем на полностью рабочем продукте мы уже работаем с, по сути, мультиметаллическим счетом, только этот мультиметаллический счет выражен не в абстрактных деньгах, да, а в реальных металлах. Дальше у нас есть возможность масштабирования. Это листинг нашей монеты на международной бирже и, таким образом, покупка товара за рубежом за нашу монету. Эффективность экономическая была оценена нашей инициативой по открытым данным. Мы установили комиссию 3,2% за ввод актива и 20% за вывод актива. Несмотря на то, что цифры могут казаться довольно большими, это все равно ниже, чем в большинстве банков, которые сейчас есть физически. Плюс это просто удобнее. Это была команда Andy Kaysom. Спасибо вам. Ваши вопросы. Спасибо, спасибо, спасибо. Я вглядываюсь в глаза жюри. Может быть, они хотят задать какие-нибудь вопросы. Юрий, пожалуйста. Не-не-не, я не тороплю, а просто вглядываюсь. Там юзер, пользователь, а пароль какой, чтобы залогиниться туда к вам? К нам вы можете зарегистрироваться. Вы не можно можете... не регистрироваться. Скажите пароль. Вы можете, но ну, как же вы, у вас нет пользователя, как же вы войдете на куда-то, вот в Facebook вас пускают, если вы без, у вас нет там логина, и вы хотите просто какой-то войти в какой-то пользователь. Вот, это же защита. Понял, спасибо. Хитро. Итак. Есть. Пожалуйста. У вас очень красивая презентация, но при этом UI почему-то не впечатляет. Слишком как-то просто. Может, более подробнее расскажете про UI?
все же? Про UI мы в основном концентрировались на... Ну, вообще задача изначально была создать концепт решения, и мы в основном концентрировались именно на концепте архитектуры, на том, как мы будем прорабатывать MVP, на том, что мы будем мерить, когда мы будем запускать наши MVP. Вот, и концентрировались вот на этих вопросах. Ну, UI можно доработать в той же фигме, сделать красивый дизайн, такой же, как в презентации, это не займет много времени. Ваша валюта называется GCC, я так понимаю, правильно? А? Да, GGC. Golden Judge Coin.